ЕГЭ – это, если так по-простому сказать, это тест для афроазиатов, которые приезжают в Европу. Чего не надо придумывать, была прекрасная советская школа. ЕГЭ – это абсолютно однозначное вредительство. От системы ЕГЭ сегодня пользы никакой. Вред, я думаю, что ощутимый вред есть. ЕГЭ приводит к отупению и деградации наших школьников. Хватит это, не надо. У нас получилась своя система. ЕГЭ для нас ужасно на самом деле. Самые высокие результаты ЕГЭ у нас в Якутии и в Дагестане. Все прекрасно понимают природу этих оценок. Соответствует ли вот эта внешняя история с единым госэкзаменом нашему историческому механизму учений? Конечно, нет. Что такое ЕГЭ? Это угадайка, которую мы взяли из Болонской системы и от которой сейчас на Западе уже многие отказываются. Это все жульничество чистой воды и нажива гнусных людей. Можно, будучи абсолютно неграмотным человеком, получить 100 баллов по всем экзаменационным, так сказать, вопросам. Он сейчас отменен даже в Булонии, где вот эта булонская система была, собственно, и придумана. Что будет тогда с наукой, техникой, медициной, если, простите, все можно списать? Задача не в том, чтобы у меня была пятерка, я ничего не знал при этом, или там 100 баллов у меня было. Задача, чтобы я знал, чтобы я мог помочь себе, в первую очередь, в жизни, а значит и родине.